В надземном переходе на пересечении улиц Смельника и Тигнаровской в Тюмени накануне появился деревянный настил. Передвигаться по нему стало комфортнее, ведь на прежнем покрытии в морозы было скользко. Все из-за того, что оно изначально было выполнено некачественно. Там трехслойное покрытие. Ну, быстрее всего, что была либо нарушена технология, либо нарушен этот самый, то некачественно выполнено само покрытие. Потому что аналогичные переходы работают же. Вот на Чаплина работает переход аналогичный, точно один в один, тоже построенный. На Широтный точно такой же переход. То есть там таких, как таковых, проблем нету. А здесь вот это возникла проблема. Компания «Тюмень-Гормост», которая, к слову, является обслуживающей организацией, также заявили, что деревянное покрытие – это временное решение. В дальнейшем там, возможно, постелят резиновые маты. До этого вообще было ужасно. А по деревянному я сегодня первый раз иду покрытию. Ну, мне кажется, как бы что-то другое здесь надо. Вот то есть сейчас специально же есть покрытие, чтобы они не скользили. Удобнее пока по деревянному, да. Потому что потому было ходить невозможно, даже по лесенкам.